Спонсор программы – культурный отдых, парк приключений «Маугли». Раскрась свои будни в яркий цвет или устрой себе незабываемые выходные. Приходи в Центральный парк культуры и отдыха. Дорога препятствий. Канатные маршруты. Воздушный велосипед. Невероятный драйв, адреналин и переполняющие эмоции. Все это парк приключений «Маугли». Здравствуйте, меня зовут Денис Аландин, в эфире программа «Культурный отдых». Только из нашей программы вы узнаете все самое интересное о культурной жизни нашего города. Итак, приготовьтесь к отдыху, потому что мы начинаем. Только сегодня в программе «Культурный отдых». Алиса Мон, «Чай вдвоем», Максим, звезды шоу-бизнеса были замечены в Гурьевске. «Оскар» скрывается под именем Шамиль. Эксклюзивное интервью. Вячеслава Зайцева в печать. Когда он читал роман о себе, он плакал. Новый аттракцион на радость городу. Обновление в Центральном парке культуры. Самый скандальный певец Украины на калининградской сцене. Макс Барских. Впервые в нашем городе. Гурьевск, один из самых зеленых городов нашей области, отметил свое 750-летие. Чтобы поздравить с этой круглой датой, туда пожаловали знаменитости. Моя любимая Алиса Мон, дуэт «Чай вдвоем» и певица Максим. Эксклюзивное интервью смотрите только в нашей программе прямо сейчас. С помощью любимой песни поклонники Алисы Мон пытались обратить на себя внимание, добиться заветного автографа, и у них это получилось. Певица к ним вышла. Алиса Мон – это потрясающая певица с необыкновенными аквамариновыми глазами. Поздравить Гурьевск с 750-летием Алиса Мон приехала одной из первых. На сцене она провела 45 минут и спела на бис про любимый алмаз. Но в жизни за кадром алмазы она давно не надевает. Вот все алмазы сняла из принципа. Не знаю, что-то как-то случилось в моей жизни ситуация, что я рассталась и все подарки я сняла. Сегодня у нее другие заботы, но поклонники ее любят и хотят видеть на сцене. Поступило вот совсем недавно предложение от хорошего человека, который занимается, кстати, нашими российскими супер-супер звездами. И как-то так я его зацепила. Тут была на прямом эфире с Якутском. И ему очень понравилось. И он сказал: как вообще, Алиса, ты можешь где-то там в кулуарах, тебе надо выходить в люди. Следом за Алисой Мон на сцену вышли «Чай вдвоем». Гурьевчане их встретили с удовольствием.
впервые за последнее время увидели наши плакаты, где написано «Чай вдвоем мы вас любим». Вот мы думали, что мы уже вышли из этого возраста. Нет, нормально. Спасибо вам огромное за тот праздник, который вы нам тоже подарили. Кстати, на другой стороне плаката я увидел зачеркнутого Сергея Лазарева. Сергей Лазарев, просто отменили, да? Не приехал. Ну ладно. После часового концерта дуэт «Чай вдвоем» поспешили в гримерку, но фанатам одного выступления оказалось мало, и они всячески старались приблизиться к звездам. Несмотря на неприятности возле гримерки, солисты дуэта «Чай вдвоем» пообещали вернуться в следующем году. А ненадословная певица Максим говорила только о творчестве и о своей маленькой дочке. Мы же отдыхали с дочкой в Турции, в детском отеле, и я танцевала на детских дискотеках. Получила безумный совершенно заряд позитива. Она меня прям сильнее характером, уже в 3 года она уже, конечно... Но мы боремся. Боремся и стараемся все-таки заниматься воспитанием вплотную. Отпускаю и слезы, высыхаю на ресницах, ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться. По-настоящему семейный праздник завершился красивым фейерверком и обещанием от главы города, что в следующем году, на дне рождения города, всех гуревчан ждет не меньше сюрпризов. Бег по острию ножа в одном из ночных клубов города. Певец Оскар, он же Шамиль, впервые за много лет предстал перед своими поклонниками. Скандальный образ, шпильки и только любимые песни. Еще одно эксклюзивное интервью смотрите прямо сейчас. Впервые в Калининграде проходит отборочный конкурс «Краса России». Этот масштабный конкурс известен во всем мире. Теперь и у красавиц из Янтарного края появилась возможность прославиться. Любая девушка, пришедшая сегодня в ночной клуб, могла заполнить анкету. Вес и рост не важен. Главное – желание. Да, кастинги будут проводиться до конца лета. К концу лета мы выберем достойных претенденток, которые отправятся в Москву. Там они пройдут обучение. И после Москвы все девочки поедут в Лос-Анджелес, там, где находится агентство, которое с нами сотрудничает, Elite Max Model. В рамках конкурса «Краса России» сюрприз для всех пришедших. Выступление самого эпатажного исполнителя Шамиля. Он стал сенсацией в 2001 году и получил одну из музыкальных премий, как прорыв года. Его образ шокирует, тексты песен удивляют. Но это только притягивает поклонников, и фанатов с каждым днем становится все больше. Ну, я могу сказать, образ довольно-таки эпатажен, но это уже как бы не ново. Так что он мне нравится больше с музыкальной стороны. Красивый мужчина, талантливый. Его образ, я вижу, собирает полные залы. И с точки зрения коммерции, какая разница, какой у тебя образ, главное, что у тебя полный зал. Певец всегда собирает полные залы фанатов, и они принимают его таким, какой он есть. Хотя еще совсем недавно он думал завязать с творчеством. У меня был период, когда я начал переосмысление. И 2 года моей жизни были очень такие, я очень сдерживался во всем. Я не пил алкоголь, много чего не делаю, что делал раньше. Себя Шамиль называет свободным художником. Много путешествует и из каждой страны возвращается с новым хитом. Секрет его успеха прост. Восточные корни, личный опыт и аранжировщик из солнечной Болгарии. Может быть, на сцене я выгляжу раскованным и раскрепощенным, и, ну, нестандартным человеком, в общем. Я не задумываюсь над этим. В свое время о его нестандартности говорил и он сам, и те, кто любит поговорить об этом. Но для поклонников он тот самый любимый Оскар. Я думаю, что я очень хочу как бы остепениться, наверное, и иметь семью и детей. Вот. Я об этом думаю. В Калининграде он уже в 3-й раз, и только в этот раз смог разглядеть все достопримечательности. Я приехал немножко раньше, чем обычно. Обычно я прилетаю, и в тот же день у меня концерт, а я уже в Калининграде 2-й день, и мне удалось много что увидеть, и первый раз, и в Светлогорске моем любимом побывать,
Вот, ну, классно. Спасибо за теплый прием. Раскрыта тайна восьми жизней известного кутюрье Вячеслава Зайцева. Режиссер и художник по костюмам Алла Татарикова-Карпенко написала книгу об известном дизайнере. 2 года она вместе с ним жила в его поместье, ездила в его театр моды и общалась с его знакомыми. Громкие презентации уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге, и очередь дошла до Калининграда. Подробности смотрите прямо сейчас. Алла Татарикова-Карпенко – известный в городе режиссер и художник по костюмам. Она поставила десятки спектаклей и создала свой, другой театр. Но ее недруги постоянно пытаются перекрыть ей кислород. Последние несколько лет у другого театра нет постоянного места жительства, а ее актерам приходится репетировать в городских музеях, а выступать на чужих площадках. Молодец, это вы сегодня очень довольны. Да. А вы с Ларушкой поросята. Ну, растеклись, потому что... Депрессия и душевный стресс закончились, когда она случайно встретила известного кутюрье Вячеслава Зайцева и уехала вместе с ним в Москву писать о нем книгу. Вы же знаете, он сложно говорит. У него достаточно такая трудная для восприятия речь. И когда он говорит наиболее сокровенные вещи, когда наша беседа где-нибудь там у него на диване в его доме, который станет музеем, или, не знаю, в какой-то гостиной, мы сидим рядышком, он начинает говорить о чем-то очень важном, очень душевно глубоком, он начинает говорить все тише и тише. Ей приходилось вслушиваться в каждое его слово, быть ненавязчивой, а иногда и вовсе становиться невидимой. Я человек непростой. А Зайцев еще в 10 раз не проще. Но несмотря ни на что, о сотрудничестве со своим Славой она вспоминает с удовольствием. Он очень любит кормить, он очень радушный хозяин. Вместе с тем наступает такой момент, когда вот он способен просто закрыться от человека. И следовало быть очень деликатной, чтобы не нарваться на вот эту стенку. 2 года совместной работы и адского терпения. Ведь постоянно находиться рядом с таким человеком, как Зайцев, непросто. И вот он результат. «Магистр» или «Тайна восьми жизней Вячеслава Зайцева». Уникальное издание в красивом переплете. Здесь даже бумага необычная. Сильно размытый рисунок китайской ткани, которую использует великий кутюрье в своих последних коллекциях. А когда он книгу в руки уже живую взял, он был потрясен тем, какая она красивая. Потому что это же произведение искусства. Мне это очень дорого. И его мнение о моей работе и как автора книги, и как художника по костюмам, он меня всем представляет так. Вот, Аллочка, она гениальная актриса. В день калининградской презентации книги о гениальности Аллы Татариковой-Карпенко говорили все. Тем более, что кроме романа она представила и свою персональную выставку костюмов. Она прекрасный художник, и мы видим на выставке ее великолепные костюмы. Мы видим эскизы, мы видим другие работы. И этот человек еще и талантливый писатель. Это просто потрясающее сочетание. Мне кажется, что судьба очень многогранно одарила эту замечательную, красивую женщину. Я вообще скептически как-то к этому относилась, в смысле к писательскому ее искусству, потому что ничего подобного я не держала в своих руках. И когда она показала мне наброски, то я поняла, что это будет что-то супер, что-то нечто. За время работы с Зайцевым они стали большими друзьями. Он даже пригласил ее работать в театр моды на должность директора. Но Алла Александровна отказалась. Сейчас она мечтает об отдыхе в солнечном Таиланде и новой книге. Внимание! Парк развлечений «Маугли» совместно с Первым городским каналом объявляют конкурс. Придумайте слоган для парка развлечений «Маугли» и присылайте на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. И вы получите пригласительный в парк развлечений «Маугли». В честь Дня города в Центральном парке культуры долгожданное обновление аттракционов. Качели и карусели уже установили, поэтому прямо завтра можете отправиться туда и опробовать их. Приятного отдыха!
Центральный парк культуры летом 2012 года решил удивить калининградцев. Во-первых, канатные маршруты от парка развлечений «Маугли». Канатные дороги, как в джунглях. Настоящее испытание для самых смелых. Но это не единственная новинка для любителей экстремального вида отдыха. Новое развлечение появилось уже на этой неделе. Трасса для сноутюбинга. Все желающие могут прокатиться абсолютно бесплатно. А в Европе такое развлечение стоит немалых денег. Новый аттракцион представляет собой трассу длиной 66 метров. Спуститься с нее можно на пластиковом поддоне со скоростью 60 км в час. Как заверяют работники парка, это абсолютно безопасно. Трасса прямая, без поворотов, поэтому только вот такие низкие. То есть она будет в этом уровне, ну, ниоткуда не выйдет. То есть это совершенно не опасно. И при опускании, ну, вниз туда трассы, там будет лежать специальные маты резиновые. Помимо этого развлечения установят еще 4 аттракциона, которые вы сможете опробовать, несмотря на непогоду. В день города сбываются все желания. Достаточно взять гелевый шарик и отпустить его в небо. Не верите? Тогда смотрите нашу традиционную рубрику «Афиша», потому что все подробности там. События. В день рождения любимого города загадай самое заветное желание, а Первый городской тебе в этом поможет. Захвати с собой гелевый шарик и приходи 8 июля к 14 часам на перекресток проспекта Мира и Первопроездного переулка. И вместе с ведущими Первого городского канала загадай свое самое заветное желание. Мы договорились, оно исполнится. Концерты. В пятницу 13-го наш город посетит популярный певец Украины и теперь уже России. Звезда «Фабрики звезд» Макс Барских. Музыка звучит, как в последний раз, со сцены одного из ночного клуба. Музыка звучит в последний раз, раздевает мир и свет в окна. 27 июля – главная вечеринка года в одном из ночных клубов города. Специально приглашенные гости – самая популярная группа во всем мире «Маранди». Выставки. В Музее мирового океана всего за 60 рублей можно посмотреть на обитателей подводного мира. Развивающиеся эмбрионы и детеныши кошачьей акулы, хищная мурена и огромная аравана. А также стаи беспощадных пираний, которые в критической ситуации теряют сознание. Кино. В киноплексе «Эпицентр» история для детей от кинокомпании «Дисней». «Храброе сердцем». Юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах Шотландии. Рад представить моего единственного сына. Он в одиночку пустил ко дну целую армаду. Он одной рукой держал штурвал. Приятного отдыха. Архив программ «Культурный отдых» вы можете посмотреть на нашем обновленном сайте одингородской.ру. Культурный отдых, культурные люди, культурные события. Меня зовут Денис Саландин. Отдыхайте с умом вместе с Первым городским. Архив программ «Культурный отдых» вы можете посмотреть на нашем обновленном... Спонсор программы «Культурный отдых» – парк приключений «Маугли». Раскрась свои будни в яркий цвет или устрой себе незабываемые выходные. Приходи в Центральный парк культуры и отдыха. Дорога препятствий. Канатные маршруты. Воздушный велосипед.
Невероятный драйв, адреналин и переполняющие эмоции. Все это «Парк приключений Маугли».